Вітаю в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій. Ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2020. Як ви знаєте, цього року вона незвична кампанія, епідемія, пандемія. Вони обов'язково дали знати про себе і вступні кампанії, але все ж таки, як вузи, як факультети Одеської юридичної академії виходять з цієї ситуації. Говоримо сьогодні, зокрема, з деканом факультету політології, психології, соціології, доктором політичних наук Денисом Яковлем. Радий вітати вас, пане Денисе. Добрий день. Отже, як відбувається кампанія? Знаєте, що ми знаємо, що останні там вже 3 місяці всі уйшли в онлайн, але робота не зупинилася, наскільки я розумію. Ви знаєте, Віталій, ви абсолютно праві, що внесені були корективи в ход вступительной кампании в этом году. Ну, эти коррективы, конечно, обусловлены объективными факторами. И они состоят в том, что изменились даты вступления. И, наверное, будет немножко сложнее поступающим этого года. Конечно, мы все это учитываем. И именно поэтому приемная комиссия Национального университета Одесской юридической академии и комиссия факультета, как составляющая часть факультета психологии, политологии и социологии, мы подготовились очень хорошо. Есть прекрасная материально-техническая база, есть все возможности подать нам заявки онлайн. Наши зрители, я думаю, увидят номер телефона замглавы Ветберковой комиссии именно факультета, поскольку есть своя специфика, и сегодня это касается и тестовых заданий, специфика поступления именно на такие специальности, востребованные специальности, как психология, політологія і соціологія в Національному університеті Одеської юридичної академії. Наскільки я розумію, факультет не стояв осторонь, коли ваші колеги по юридичній академії проводили дні відкритих дверей. Це були незвичні дні відкритих дверей. Комусь там допомагав телеграм-чат-бот, комусь там віртуальні екскурсії. А що запропонували абітурієнтам ви? Да, дійсно, всі без виключення факультети провели такий онлайн день відкритих дверей, і навіть кілька. В том числе факультет психологии, политологии и социологии, мы свою задачу видели не только в том, чтобы донести какую-то информацию до абитуриентов, а и в том, чтобы обеспечить обратную связь. Вот именно поэтому мы избрали такую социальную сеть, такую платформу, как YouTube, и к трансляции присоединилось несколько тысяч человек, и затем было очень много комментариев и очень много вопросов. Вот исходя из наиболее актуальных вопросов, мне бы хотелось несколько слов буквально сказать. Основной вопрос, который сегодня интересует всех без исключения абитуриентов, всех без исключения родителей. Вот пройдя внешне независимое оценивание, пройдя эти все сложности, связанные с карантином, специальность, на которую они поступают, что она в будущем принесет либо нашим абитуриентам, либо вот как родители очень часто задают вопрос, а что это значит? Работать сегодня психологом, работать сегодня социологом, работать политологом. Во-первых, это значит, что ваш ребенок получит востребованную, интересную и, сегодня немаловажно, высокооплачиваемую специальность. Это касается всех трех направлений. Вот что такое сегодня психология? Это ведь человек, психолог, который может работать очень в широком спектре профессий. Это может быть и психолог, например, человек, который работает с детектором лжи. То есть это человек, который сегодня востребован в правоохранительных органах. Человек, вот мы говорим, юридическая академия, да, вот психолог в юридической академии. У нас такое есть направление, очень востребованное, называется экстремальная психология. Сегодня не секрет, да, что люди подвержены большому стрессу, в том числе из-за коронавируса, в том числе из-за ситуации на востоке страны, в том числе экономический кризис на это все накладывается. Вот психолог – это человек, который должен помочь людям выйти из этой ситуации, найти пути выхода, каким образом самосовершенствоваться, каким образом получать ответы на те вопросы, которые беспокоят прежде всего лично вас. Сегодня час консультации психолога начинается от $100. И люди готовы сплачивать эти кошты. Ну, это очень востребованная сегодня профессия и специальность. Плюс государственным бюджетом и государство сегодня специально финансирует вот такую профессию, как психология. И сегодня, ну, психологи есть во всех
органах, еще раз говорю, во всех силовых структурах, начиная от полиции, заканчивая там Государственным бюро расследований, в судебной системе предусмотрены ставки, достаточно высокооплачиваемые для психологов. Хороший психолог, если мы говорим о том, что он вот будет давать консультации, это от $100 в час. А если мы говорим о том, что он будет работать на ставку, то это 10-15 тысяч гривен в месяц, когда он будет только стартовать. А потом, конечно, это еще выше. Что касается, ну, я не буду сейчас рассказывать долго, потому что есть еще такая, допустим, как школьный психолог, детский психолог. Это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос здоровым, да, благополучным, нужно с детства закладывать в нем вот эти зерна, семена успеха. И этому тоже может помочь психолог. Это тоже психологические консультации – это важная составляющая часть развития любого человека, развития любого ребенка. И это очень важно. Ну, конечно, мы знаем сегодня, в том числе и с коронавирусом, да, там и проблемы насилия в семье, проблемы семейных конфликтов. То же самое. Психолог здесь тоже востребован. Ну вот о психологах поговорили немножко. Очень рядом с психологией находится такая специальность и такая профессия, как социолог. Вот знаете, сегодня в нашей стране мы немножко, может быть, недооцениваем, но это на уровне таком, на уровне обыденного знания. Но любой профессионал, любой профессиональный политик, он сегодня шага не ступит без социологического сопровождения. Любой маркетолог, любой менеджер, ему сегодня нужен в компании, в коммерческой компании, на государственной службе нужны сегодня социологи. И социолог на самом деле вот от 25 тысяч гривен в месяц, это сегодня по данным сайта Work.ua, это зарплата начинающего социолога. Поэтому вот социология это очень востребовано. Плюс это очень еще интересная специальность. Потому что мы учим, как работать с общественным мнением, с мнением людей. Каким образом воздействовать на мнение людей? Еще раз я повторяю, это очень близко к психологии. И те, кто получают там два образования, два диплома стараются, допустим, бакалаврат можно социология, магистратура психология или наоборот. Да? То есть это будет только вас обогащать потом. И это позволит найти на рынке труда сегодня, найти работу в Украине. Социологи, психологи очень-очень востребованы. Но мы привыкли, что рейтинги, электоральная социология на самом деле не только так. Есть еще социология искусства, социология спорта. То есть фактически во всей социологии экономики, во всех видах человеческой деятельности сегодня нужны социологи. Для социолога очень важно уметь общаться, очень важно уметь выстраивать коммуникацию. Сегодня говорят, что мы вошли в информационный век, в информационную эпоху. Так вот как раз именно здесь вот этот информационный маркетинг, информационная социология, она сегодня очень востребована. Знаете, социолог, который проводит эмпирические социологические исследования, мы раньше привыкли к тому, что на улице вас опрашивают, да, что-то вот записывают, вот берут листочек, записывают. Сегодня это все поставлено на компьютерную основу. Сегодня это все записывается в планшеты. Сегодня это все видеозапись идет. Поэтому мы анализируем целые банки данных. И вот такая профессия, хороший социолог сегодня, может, ну действительно, это и я сказал, от 25 тысяч гривен, это официальная информация, но и 100 тысяч гривен, и 200, это сегодня не предел для проекта. Потому что сегодня, например, есть проект Европейского Союза. Вот они исследуют проблемы наркомании, табакокурения, алкоголизма в Украине. И это большие грантовые проекты, где если социолог включается в эту работу, а там действительно, знаете, вот на фирме, наверное, там, или на предприятии нужен там один, ну там два юриста, да? А социологов нужно для такого проекта масштабного 5-10 социологов. И Одесса сегодня это один из признанных центров развития социологической науки и, самое главное, социологической практики в Украине. Вот наши выпускники, они сегодня работают и в Киеве, они сегодня востребованы и в Европе. Почему? Потому что мы даем такой инструментарий, даем понимание того, каким образом, вот при помощи социологии, да, это интересная наука, но каким образом социолог сегодня может заработать. У нас для этого создано, благодаря усилиям президента Академии, у нас национальный университет, государственный университет. Вот президент Академии Сергей Васильевич Кивалов как раз и был инициатором создания социологической лаборатории. Это что значит? Что наши студенты-социологи с первого курса имеют возможность проходить практику. Они участвуют в масштабных социологических исследованиях, еще раз говорю, метод опроса, фокус-группа. Для маркетинга сегодня хороший маркетолог, он обязательно должен получить в будущем, он должен получить образование социолога.
Только тогда у него есть шанс сегодня удержаться на рынке. Вот что касается социологии, я не зря так об этом говорю, может быть и где-то долго, но еще раз справедливо. Это очень востребованная специальность, ну, в средствах массовой информации. Вот мы с вами находимся в студии, но любой телевизионный канал в Одессе сегодня заинтересован понимать, а какая у него аудитория, а какой рейтинг, да, почему? Потому что от этого зависит и объем рекламы, и рекламный рынок на этом построен. Вот профессиональный социолог, это его задача как раз получать деньги за такую свою работу, выстраивать рейтинги, давать базу демографическую, давать статистику, отслеживать ее, работать с большими базами данных, работать с большими цифрами, числами. И это очень важно. Вот если обращаюсь к родителям, обращаюсь к абитуриентам, если у ребенка есть склонность к математике, вот если он хорошо считает, то, пожалуйста, приходите, поступайте на такую специальность, как социология. Поверьте, это кроме того, что интересно, востребовано, это очень сегодня высокооплачиваемо. Это, я бы так сказал, это штучный продукт, хороший социолог. Это элитная специальность. Это элита элиты, поскольку именно они формируют общественное мнение. Именно мы вот работаем с мнением людей. Ну и раз уже мы сказали элита, все привыкли к такому словосочетанию политическая элита. Вот третья специальность, которую мы готовим на факультете. И кафедра выпускающая, кафедра политической теории. Но это не значит, что только теория, а и практика обязательно. Это специальность политолога. Вот для политологов сегодня, вот мы теперь переходим уже к такой сфере в Украине очень популярной, модной, как политика. Сегодня, я думаю, что политика интересует всех. И сегодня политические новости, они всегда находятся в топ новостей. Это что означает? Это значит, что профессия сегодня, профессия политолог сегодня входит в топ-5 самых востребованных профессий в Украине. Особенно это касается избирательных кампаний. Ну, мы говорили там гранты, да, мы говорили про психологию, про социологию. А, конечно, политолог чувствует себя как рыба в воде именно во время избирательных кампаний. Сегодня одна избирательная кампания в рамках Украины, начинается ее стоимость от 12-15 миллионов долларов. И это, конечно, это бюджет, которым распоряжаются именно политологи, потому что политическая технология, политический пиар, политический анализ – это очень важная составляющая часть победы на выборах. И поэтому это касается и Одессы, очень востребованная профессия. Начинается зарплата политологов, начиная от десятков тысяч долларов. В том числе и в месяц, особенно во время избирательной кампании. Но это одна составляющая часть политологии. Избирательная кампания. Этому у нас посвящено очень много курсов. Это и новейшие избирательные технологии мы рассматриваем, историю избирательных кампаний рассматриваем, потому что это еще в античности, еще в древности, да, первая там реклама, первые политические выборы, демократия. Это все имеет свою историю, и мы должны проследить, как античность, средневековье, новое время, там, век просвещения. И сегодня мы говорим модерн, постмодерн, эпоха глобализации, информационное общество. Это как раз вот здесь то, где определяющим является политика. А там, где политика, там обязательно наука. А политики – это политология. Вот, поэтому суммы я назвал. Это действительно такие три профессии, которые сегодня позволят вам чувствовать себя очень уверенно и получать зарплату. Но знаете, еще вот есть такая, ну, у молодых людей особенно, вот мы это видим по нашим студентам, амбициозные цели изменить общество, изменить страну. И это тоже очень важно, потому что, ну, социологи, политологи, психологи, мы говорим «человек, общество, политика». Начинаем с себя, да, самосовершенствование, саморазвитие, самопознание, это психология. Потом свое место в обществе, понимать, какие недостатки в нашем обществе существуют, какие плюсы, минусы, где нам нужно развиваться, в каких направлениях мы можем модернизировать наше общество. А, конечно, и политика. Вот что для этого нужно сделать, политическая карьера. И вот мы стремимся к тому, чтобы наши студенты делали в том числе и свои политические карьеры. Это очень амбициозная сегодня цель – изменить наше государство. Изменить, знаете, ну не просто привести политика к власти, не просто выиграть выборы, а изменить государство, изменить общество, сделать его лучше, демократичнее. И если вы хотите реализовать эту амбициозную цель в вашей жизни, вашу личную цель, приходите на факультет психологии, политологии, социологии. Дуже багато і правильно сказано про майбутнє, але ще невеличке питання хотілося б поставити. Я вважаю, що і батькам цікаво, і абітурієнтам. Сьогодення, а саме про це, про те, хто буде працювати з молоддю, хто ці люди, які преподають, які читають лекції, які супроводжуються під час практичних завдань, це теж немаловажно, я вважаю. Сегодня Национальный университет Одесская юридическая академия, благодаря усилиям Сергея Васильевича Кивалова, всего коллектива
является признанным лидером образования и науки в Украине. Мы сегодня выдаем диплом государственного образца, диплом, который, вот как называется, европейского образца, который признан сегодня в мире. В любой стране мира сегодня признается диплом Национального университета Одесской юридической академии. И некоторые наши выпускники продолжают образование в европейских странах, в том числе в странах, прежде всего, Европейского Союза. Некоторые вот, студенты наши совмещают, и некоторые учатся в других странах, например, вот в Чехии. Сейчас, опять же, в связи с карантином есть своя специфика. А для того, чтобы выдавать дипломы государственного образца, нам нужно иметь серьезный, мощный профессорско-преподавательский состав. У нас на факультете есть специализированные кафедры. Это кафедра социологии, психологии, политической теории, где работает 12 докторов наук, 30 доцентов, кандидатов наук и несколько ассистентов. Но я хочу сказать, что очень важно, что мы привлекаем, и особенно это касается и психологии, особенно и социологии, и политологии, мы еще привлекаем практиков. Очень распространенная практика у нас, когда действительно приходят или студенты едут на практику, и там на базах они знакомятся эмпирически. Что это за профессия, да? Как она работает? А что делают психологи? Хорошо, на лекциях, семинарах они ответили, овладели теоретическим материалом. А вот пощупать свою профессию, что они делают? Также мы привлекаем и к нам, и очень часто организовываем такие встречи с практикующими там, психологами, с социологами, которые набирают себе студентов. Очень активная у нас связь, и наши студенты проходят, например, такую практику на базе Комитета избирателей Украины, на базе Верховной Рады Украины, на базе органов государственной власти, местного самоуправления. Это уже что касается там, Одессы. Но вот у нас такая есть традиция, что на первом курсе все студенты факультета, мы едем в Верховную Раду Украины, мы называем это профориентационной экскурсией. Вот то, что я говорю, посмотреть, как принимаются законы, да, посмотреть, как формируются общеукраинские там, тренды, что такое лидерство, как это все работает в стенах Верховной Рады Украины. Они встречаются там с депутатами. Знаете, это очень интересно, когда они возвращаются, они совершенно уже по-другому смотрят на себя, на свою профессию. Вот такой старт Верховной Рады Украины. Они там многие потом трудоустраиваются. Вот 5 наших выпускников работают сегодня. У нас даже в этой студии была встреча с одной из наших выпускниц, Анной Таран, которая сегодня работает в Верховной Раде Украины в одном из экспертных отделов. Вот она как раз выиграла грант USAID, программа Рада. И вот она там продолжает применять свои знания на практике, полученные на факультете психологии, политологии и социологии. Дуже змістовна бесіда, як завжди з вами, Денис Вікторовичу. Я бажаю успіхів вам, вашим колегам, щоб ця вступна кампанія була вдалою. Взагалі, непростий час, але я думаю, що впоратись зі всіма труднощами. Дякую вам. Спасибо большое, Віталій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.